Привет, друзья! В этом видео я подобрал для вас 10 интересных автотоваров, стоимость которых не превышает $10. Поехали! Быстросъемные клеммы. Крайне удобная вещь, если часто приходится снимать аккумулятор. Особенно актуальны такие клеммы в зимний период, когда нужно подзарядить аккумулятор, а на улице минус 20 градусов. И ой, как не хочется ковыряться под капотом с ключами в такой мороз. Эти заглушки для болтов крепления номерного знака с флагом страны или маркой автомобиля придадут вашей любимой машине индивидуальность. Датчики диаметром 52 мм для измерения таких параметров, как давление турбины, температура охлаждающей жидкости, температура масла, давление масла, напряжение бортовой сети и частота вращения коленчатого вала. Каждому автомобилисту приходится сталкиваться с неисправностью аккумулятора. Часто причиной отказа становится разряд батареи. Чтобы восстановить емкость АКБ, существуют специальные приборы, которые называются зарядными устройствами. Каждому автолюбителю желательно иметь этот полезный электроприбор. Такое портативное зарядное устройство будет отличным прибором для обслуживания аккумулятора. Такой выкидной ключ зажигания отличается от обычного ключа своей практичностью и удобством. А отсутствие заостренных частей и скрытое лезвие обезопасит вас от каких-либо повреждений или царапин ключом. Вождение автомобиля в течение длительного времени сопровождается встречным светом фар, бликами, ярким солнечным светом. Это не может не влиять на зрение и самочувствие водителя, а самое главное на безопасность движения в целом. С помощью антибликового козырька облегчается вождение автомобиля как в дневное, так и в ночное время суток. Помимо защиты от светофар встречных автомобилей ночью и яркого солнечного света днем, он также эффективен при сильном тумане. Обычные автомобильные фары хорошо справляются со своей задачей, когда нет ни тумана, ни дождя, ни метели. Если же идут осадки или даже просто воздух сильно запылен, их эффективность может достаточно заметно снижаться. Именно поэтому для таких ситуаций придумали универсальные противотуманные фары, помогающие нормально передвигаться по дорогам в условиях не очень хорошей видимости и таким образом не бояться пользоваться автомобилем по дождливой или туманной погоде. Также их можно использовать в качестве дневных ходовых огней. Если у вас изрядно подизносилась ручка КПП или кожух, то данный кожух с ручкой коробки переключения передач будет для нее отличной заменой. Также я оставлю ссылочку на продавца, у которого вы сможете подобрать кожух с ручкой конкретно для вашей марки автомобиля. Для нормальной работы автомобиля необходим исправный аккумулятор. Естественно, что по мере эксплуатации автомобиля аккумуляторная батарея может менять значение напряжения. Это может стать следствием саморазрядки, если на автомобиле долго не ездили и не заводили его, либо в результате работы небольших потребителей, таких как сигнализация, аудиосистема или видеорегистратор. Кроме того, аккумуляторная батарея просто изнашивается по мере ее эксплуатации. А этот аккумуляторный тестер, производящий экспресс-диагностику, позволит получить необходимые данные в течение буквально нескольких секунд или минут. Если вы владелец автомобиля с турбомотором и по окончании движения не хотите сидеть несколько минут в автомобиле в ожидании, пока остынет турбина, то установив такой турботаймер, вы можете спокойно выключать зажигание, а устройство запрограммировано на то, чтобы продолжить работу двигателя, пока турбина не достигнет нужной температуры. Когда время истечет, а турботаймер решит, что можно заглушить двигатель без риска повреждения турбины, сделает это самостоятельно. А на этом у меня все. Кому понравилось или было интересным данное видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения, всем пока-пока.